курочка, колбаска, вон редиска, палочки, чай, все. Термос чая. Забыла видео снимать. Вот эти фрукты лежат. Мы сейчас едем в Вашингтон. По дороге в Вашингтон мы остановимся в Сакраменто на ночевку. И сейчас мы случайно совершенно нашли тут такое место, где целая куча садов, и можно покупать фрукты. А вот они их здесь продают, только тут никого нет. Да. В некоторых местах можно самим собирать, смотри. А тут присобой. Вон, смотри, такие как будто... 7,50 стоит. Смотри, мам, вон фрукты, как будто искусственные. Ой, извини. 7,50. Какие-то тележки. О, oh, hey! Sorry, вот продавец. It's very hot. Nice to see you. О, здесь вентилятор, смотри, как тут прикольненько. Такой милый домик. О, а у меня есть кашки по чуть-чуть. Они, интересно, эти мне картошки. Будет сначала? Белый слаще. Да. И потом мы пойдем собирать фрукты вот в эти вот корзинки. Можно попробовать? Мне все нравятся. Can I put, you want to taste this? Yeah, test. Мне все нравятся. Так, нам дали карту. Папа, покажи карту. И тут показано, где все те фрукты, которые мы только что попробовали. И по сейчас номерам, мы будем собирать. Видишь, да, на ведерках написаны номера. Смотри, сколько фруктов на деревьях. О, ничего себе. Короче, я думаю, нам надо всех сортов набрать. По одному, по два. Да, в это ведерко много не вместится. Но странно, что нельзя кушать с деревьев. Мне кажется, всегда на фермер кушают. Но он не сказал, что нельзя, он сказал, да, те на вкус точно такие же. А, будем пробовать. Дочь, возьми, возьми эту самую карту. Вон сливы. Вот она. Где ведро? Ух ты, папа, покажи. Продемонстрируй. А это что? А там не какая-то гниль? Нет, это сухая кожица. Папа! Давайте подальше. Здесь, наверное, в большинстве да. Убрали. А бывает, все идут подальше, и все вкусное лежит. Нет, в основном деревья здесь ободранные. Опа, смотри, вон на том дереве. Ага. Вообще целая куча висит. Ну там розовым не отмечено. Да? Да. Видишь, система полива здесь возле каждой этой. А где карта? Нет, давайте по те, что мы выбрали, брать. Ну давайте возьмем по одному. Какое спелое, мягенькое. О. Так, пока что мы только в районе персиков и нектаринов. Здесь много дырок. Ты боишься? А уже тут матка ползает, смотри. Здорово, совершенно случайно нашли это место. Тут везде, когда едешь по фривеям, тут везде есть rest areas или зоны отдыха. И мы хотели просто заехать на одну из этих зон отдыха, поесть еду, которую мы взяли из дома. И совершенно случайно наткнулись. Я увидела вывеску, что фрукты можно собирать. И вот наткнулись на это место. Где мама? Ты на 10-м? Да, это дела. Вот тогда и я. Пробовать прям с деревьев, прям немытые. Когда мы спросили у этого фермера, можно или нет, он сказал, что те, что на пробе, на вкус точно такие же. То есть не сказал, что нельзя, но и не сказал, что можно. И мы решили нарушить все правила и все равно их съесть. На всех фермерствах можно есть. Ну, не знаю, на всех или не на всех. Ну, как персик. Но вкусно. И на съедение выбрала я. Теперь нужно найти своих родителей. Вон они. Сейчас кусанем. Глаз хватает, везде сады.
мусорить, максимальный этот штраф 6 тысяч долларов. И мусор лежит. Ну. Кто-то сэкономил по 6 тысяч долларов. Реально видно свет от пожара или от солнца. Ну, оранжевый, на телефоне реально оранжевый этот дым. Да, жаль. Ну, это от жары, наверное. Где-то что-то не закрыто. Ну да, да, и горку снимаем. Одно ягодное поле тут. Была, все стараются. Тут уже растет малина. На Россию реально похоже. Много русскоговорящих тут в этом Вашингтоне. Да? Вот она, вкусняшка. Она хорошая, вот так вот висит на груди. Не слушаю дирекшн. Четко дала дирекшн. Идете? Сейчас мы идем к водопаду. Природа уже здесь больше, как русская. Мы уже пришли к водопаду. Вот он такой, в дикой местности. Шутка. Вот он, водопад. Оказывается, близко к нему не подойти. Походите смотреть вот. Моста. Это фестиваль первый выпуск. Мы пока девчонки все пока там все накрасились. Вика там, я лаками этими. И опоздали на автобус. Андрей с нами бежал. За 15 дней это знаете, как это? Обидка указала, что не злая осталась. Короче, Егор, вот с такими местами. О! Ну не сейчас. С водопадов мы уже ушли. Там у нас была небольшая фотосъемка. Сейчас мы в каком-то миловидном городке. Идем к какой-то старой станции. Это же Вашингтон, получается, шерстяное дерево. Внутри, там прикольно. Видите, заходка меня... О, Оля, это должен быть типа какой-то исторический центр, где показывают, как раньше там какая мебель была, как люди жили. А сейчас там всего лишь открыто до четырех. Ой, там кто-то. Вот мы видели вот там вот старый вот эти вот сесть туда как-то и у нас. О, красиво. А там уже поезд идет. Хорошо. Вот ложись там. Ну это частный товар. Ну ты не имеешь права менять ничего. Просто смеялся.
Какого-то музыкального музея. Там перед разноцветные не сняла. Там какая-то музыкальная детская площадка. А вообще мы приехали в центр города для еще одной фотосъемки. О, ступеньки здесь прикольные. Ты видишь, как едут? А, это детская площадка. Даже мне бы тут было интересно полазить. Вон на той трубе что-то собирают. На тех желтых трубах. Подошли к какому-то фонтану. Вот сейчас мы посмотрим цены на эту башню. И, возможно, пойдем там прокатимся. Было бы очень здорово, конечно. Вон там какое-то дерево из стекла. Это какой-то стеклянный сад. Короче, такие едем мы. The Armory, the Museum of Pop Culture, of MoPOP, the Civic Science Center, which is going to be the building with the big white dome on it and the five white arches, as well as Memorial Stadium, which is going to be that stadium down there, and the Chihuly Glass Guard. In 1962, we were built in 2.5 years, and it cost about $30 million to do so, but it's pretty cool because there was no accidents, and we were the tallest building in Seattle at that time. Короче, тут есть телескоп. Прикол. Пап, ну все, мы круг просто обошли, поэтому... Я таки преодолела свой страх, как не стала. Дома пошли внизу, пошли со мной. Там включена виртуальная реальность, прыгать как будто вот с телевизором. В будках ты тут стоишь. И сейчас мы будем на этом... В поезде просто может посмотрим на ночной город. Короче, тут такие есть места. Да. На красивый город. Приехали. Я сюда хочу. И тут
какой-то фестиваль, надо замедлиться было чуть-чуть. Оля, я еду 30, 29. Рыб на мороженку. Хорошо? Мы уже подъезжаем к Сан-Франциско. Смотрите, и он над морем, этот мост. Баскетбол. Я не увидела, что я их снимаю. Хорошо. Архитектура здесь классная. Через 1000 футов. Сам поверните машине. Направо. Вон в той красной. Все дома тут прилеплены друг к другу. Секундочку. И странные люди. Все, нас попали, мы попали. Тут все время никуда пойти нельзя. Вон тот сам с собой разговаривает что-то. Ой, нельзя открыто снимать. Люди проходят прямо перед машинами, потому что такая движуха. Ничего себе, впервые такое вижу здесь. Кошмар, мы застряли на трамвайных путях, на перекрестке, ни туда, ни сюда. Вот перед нами автобус. Мужик что-то ржет над всеми. Мы уже чуть было не ударились в кого-то. Так, я слышу звуки барабанов, кто-то уже лупасит барабаны. Вот уже танцор идет в одеяле. Кто-то танцует в одеяле. Любой город выглядит вполне адекватно, пока внутрь, в даунтаун не заедешь. В красной майке сам с собой разговаривает. Ух ты, извините.
Простите, просто я. Тёня, Тёня, говори, где? Я должен четко знать, где они. Плакаты. Ага. Он прохожий какой-то. Полицейский что-то едет. Я снимала вон ту. Небоскреб тот. Смотрите на интересных людей. Тоже людей снимаю, кстати. Вот как я начинаю снимать, сразу все нормальные сразу.